Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам. Состав Аугсбурга. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. И сегодня они сыграют высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале. Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам. Состав Аугсбурга. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. И сегодня они сыграют высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале. Игры тоже хорошее решение. На Британских островах туман явление обычное, но необычен случай, имевший место во встрече двух шотландских команд. Туман сгустился настолько, что футболисты подолгу искали мяч, партнеров и соперников. Да, и в какой-то момент судье показалось, что на поле многовато футболистов. Первым делом он подбежал к скамейке запасных и увидел, что они пусты. Арбитр тут же прервал игру. Как оказалось, на поле одновременно находилось 30 игроков. Пас на ход партнером. Забирает мяч голкипер. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Все просто, вынос. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. И подача туда, в сторону ворот. Навес на деревню дедушки, так сказать.